Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхиорц, это у нас игра Eldest Souls, в общем-то, пятая, шестая серия, не знаю, я все еще даже только первую успел выложить, у меня уже новый день. О, блин, а после перезагрузки они, короче, заново ставят ящики, петухи. Так вот, очень нравится игра, сейчас пойдем ее проходить, у меня еще нос не пробился, наверное, буду шмурыгать, как падла дрянь дешевка, но извините. Так, быстро, осторожно проходить, не получать урон. Получили урон, обидно. Ну ничего, сейчас с четвертого раза точно пройдем. Да далеко идти. Вот как они до сих пор видят меня, где я? Это беззаконие, несправедливость, нечестность. Надо было лучше сделать. Ой, что ж такое? Ничего не видно. Хорош, не стреляйте. Да пощадите вы. А это финальный этап или нет? Да? Босс? Да, хорошо. Не уверен, что этого босса одолею, он душный, как псина. Но мы обязаны. Немножко путаю управление, скорее всего. Прошу прощения за стрёмные звуки носа. Микрофон замутить в этой игре я не могу. Нужно понять, когда она делает пики точёные. Вот, сейчас она сделала. Но вот осознать бы этот момент. Было бы просто незаконно круто. Это не пики, это какая-то говна полетела. Которая очень дохрена дамажит. Нажимал вроде ворот. Давай пики точеные. Нет, не хочешь? Посрался, не то. Не, что это? Лучше сломаю, пока не поздно. Ой, шар говна. Летит вот. Нихера себе, блин, урон на весь лицо. Это что за залупа такая? Самый лядский босс, серьезно. Пока что. Потому что нихера не читаются его атаки. Тупо zero шанс то законтролить этот дичь. Вот просто так, говорит. Хочешь лицо, пик в лицо. А мне же надо урон получать, чтобы наносить урон в ответ. Можно сегодня зарядить эту санину, пожалуйста? И полечиться надо. Ну вот просто пропукал парирование. И еще сейчас атака будет с парированием, нет? Ну anyway, наносим урон, хер с ним. Че? А, эта херня шарики делает. Идите тебя за ногу. Оу, щит, man, here we go again. Ой-ой-ой, сюда, мега-пупер, убер урон. Сосать. Я есть урон, дрянь. Давай, делай еще пики точеные. Не успел, обосрался опять. Все как всегда. Да что она душит этими пиками, ссаными, дрянь? Дешевка, я поймаю тебя за руку. Профурсетка дельфинья. Да что ты можешь? Я тот самый жесткий на Диком Западе, козлина. Сосать сюда. Натягиваем ее. Накуканиваем. За всю фигню. За все мои унижения. Куда эта сука улетела? Вернись, дрянь. Извините, если что, за мат. Но она не права. Ой, минус хп, блин, дядя, что делать? Лечиться. I need some help, bitch. Ах, сучара, ну это супер нечитаемая атака, супер нечитаемая. Босс просто чмо, дешевка. Сейчас мы его отовнем. Давай сюда. Поймана за руку, как дешевка. Ага, понял, слушайте. Походу, когда она делает удар пиками, она эти пики немножко втягивает. Походу, я прочитал эту игру. Прочитал, буду пытаться пользоваться этим. Осторожно. Луна. Луна значит что? У нее какая-то... Надо было бы на босса в идеале смотреть, но я, к сожалению, не делаю этого. Просто так бы я мог понимать, что она будет делать хотя бы. Вот на шар она хорошо бабахает. Ладно, просто я отовнем. Опа. Сосать успел, я владос, я жесткий, сюда, раз на раз, 5 на 5. А сейчас не... А, ну у нее несколько атак пиками точеными.
Это отставать. Заряжает, луну зарядил, видели? Надо эту херню убить. Не успел? Ой, успел, успел. Сюда весь урон тебе в лицо. Козлина. Да хорош спамить свое дерьмище. Нечестно она со мной поступает. Она не имеет права так поступать, но поступает. Кто она? Коза. Ой, сучара, унеслась от урона. Ну это просто непростительная дичь. Прям осуждаю такое поведение. Разломала локацию. Это нам не очень нравится. Давай, заряжай. А, я не могу убить там, лол. Давай сюда. Плюс урончик. Ой-ой-ой, хороший урон влетает сюда. Унижали те. Сосали те, нагибали те. Ультра дамейдж наносили те. Блин, дрянь. Давай какой-нибудь шар большой. Что-нибудь сделай. Что я люблю. Ну давай что-нибудь приятное. Ой-ой-ой, сюда. Сосать, мистер босс. Открывай рот. Летит самолет сюда. Уф, уничтожил. Низверг до атомов. Бррр. Красиво. Просто надо было поспать. Так, мне дали очко. Главное, чтобы в очко не давать никому. Так, что мы заимели? Ага, так, сюда. Есть. При поглощении рывком и вражеских атак появляется лунная статуя, которая сопровождает вас в течение 15 секунд. Повторный призыв статуи усиливает ее. Не знаю, что это значит. Интересно. Так, если я мощную атаку поставлю. Каждая третья вызывает появление лунной статуи. Призыв. То же самое. Лунную статую. Но это надо прикалываться, смотреть. А когда луна раскололась, Ариана первой снизошла в мир. Она делилась великими знаниями, создавала великие творения. Люди много достигли благодаря ей. Но даже добрые древние боги неизбежно становились тиранами, ибо такова цена божественной власти. Новолуние при выполнении... Чуть-чуть-чуть при активации осколок циклически перебирает фазы луны на длинной, средней, короткой дистанции, нанося большой, небольшой, обычный урон, частичную защиту. Выглядит забавно. Выглядит забавно. Ладно, возможно, мы это сделаем. Сюда воткнем. И если ульту сюда ставить, после успешного контрудара лунная статуя, которая сопровождает вас... Ну, давай пока. Я могу попробовать сюда ее поставить? Как понять поглощение вражеских атак? Или давайте вообще бахнем вот так? А здесь мы можем что? Мы можем... Ну, удар плечом что-то вообще меня не впечатлил. Защитный клинок. Получаете меньше урона в течение 3 секунд. Призвав очередной защитный клинок, вы наносите на 15% больше урона. Прикольно. Но в течение 3 секунд. Каждые 5 секунд давай 3 единицы. Давайте вот это проверим. Насколько это профитненько. Ну слушайте, это довольно быстро заряжается. Я жму активировать, оно не активируется. Так, и теперь нам надо возвращаться, чтобы что? Кристаллы будут, интересно, работать или нет? А, это ману тратит, охренеть как. Или нет? Ладно, я думаю, сейчас мы попробуем вернуться к древнему. Поговорить с ним. Прошу дико меня извините, что-то прям жопу с утра с горлом. Вот, и после этого посмотрим, что он нам еще может предложить интересного. Нам вот сюда. Блин, игра, походу, короткая, мне так понравилась. Я серьезно, я в лютейшем восторге, я не вру сейчас. Просто чистейший кайф от игры. Осквернен. Слушайте, так я же убил великого древнего, нет? Давайте с этим перетрем ради интереса, что он нам может рассказать. Слишком много уже богов, эти паразиты заперты в клетках, нам нельзя. Пагубное влияние. Великий жар. Сущность. Ладно, нам, наверное, в другую локацию надо пройти, чтобы это сделать. И интересно, будут ли тут какие-нибудь суперсекретные боссы? Я уверен, вы мне там всяких комментариев напишите. Чё? О том, как проходить. Вот, и после этого будет понятно, чё, куда, кого. Хм, чувствую, что лес изменился, древнего больше нет, чуть тебе, дитя, прежнего полон скверны, осквернены, боюсь, лишь сила древнего могла, может, другого надо убить? Слишком мало, вот если бы найти способ направить энергию древнего, вроде пока нет, тогда двинем дальше. Эх, как же я люблю, когда мне мешают записывать видосы, но ничего, ничего, мы с этим справимся. Короче, поехали в левую локацию, там еще розовый, не розовый, фиолетовый босс остался. Которые нам не очень нравятся. Возможно, если мы пройдем этих, нам что-нибудь расскажут, скажут.
кого-нибудь куда-нибудь, зачем-нибудь. Просто ради интереса хочу попробовать. Не знаю, либо я оставлю эту ульту, либо потом другую бахну. Есть пара планов. Так, за этими дверями сокрыта древняя сила. А, подожди, что-то сделалось, когда я подошел? Я так понимаю, последний остался. Левый верхний. I'm not sure, but I think it. Think about it. Так, сюда. Поехали, там сейчас очень душная секция осталась. Не знаю, слово секция нравится. Зулина пересмотрел, и все теперь. Везде одни секции стали. Мне кажется, тупик. Я однозначно хочу дополнение для этой игры. Прям побольше, ну это охерительно. Самая большая беда в том, что я не помню, куда идти толком. И сучьи руки, как же они бесят, мать моя. Стоямба. А, я могу смотреть, какая у меня фаза луны. Прикольно, он рандомно сам собирает. Но я конкретно могу выбирать какую-то. Может быть, сюда приедет тележка ссаная? Транспорт говно. Тележку мне запили. Тележку мне запилите, мать вашу. Короче, меня развели с тележкой. Да, пойдем. Вверх же был. Во. Сука, ну почему? Почему? Нет, это самая даунская локация. Сорян, конечно, автор мода. Но это прям такой кал. Не автор мода. Автор игры, это такой кал, вот этот ваш уровень. Это просто дерьмище. Воняет говной. Я прям искреннюю злость испытываю, когда в эту игру играю. Вот именно в этом уровне. Очень не нравится. Еще надо посмотреть, что за статуя. В итоге. Кладошкам? 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 Кае, сюда. Так, а я, наверное, не успеваю здесь ничего поменять, но ничего. Тоже, думаю, завалим рано или поздно. Неприятная секция начинается. Вроде бы. Пропукал овьяшку, да? Пропукал. Слушай, больно бьют, прям очень больно. Прям мне нравится, как больно бьют. Это вообще на нашу сторону или нет? Осколок. Да хорош, ну пощади. Что за дела? Ой, нет, без вариантов, ты чё? Раз, снизу. Сверху. Сверху. Три всего кристалла? Я не думаю, что мы завалим. Эти меня задушат, я думаю, скорее. Существо. Ну, без вариантов, я думаю. There is no way to победить it. Ну, кое-как, кстати. Ну это отстой, вы чё, серьезно думаете? Что-то можно сделать? Лично мне кажется, что особо нифига. А, это настоящий был. Блин, ну сложно. Почему они такие сложные? Прям трындец. Это настоящий, что ли? Вроде не пойму, вроде урона нашел, его что-то особо нет. О, отстойная. Отстойный раунд начался. Да ты что, рофлите, что ли? Я тут как бы мансами занимаюсь, а вы мне тут всякую херню призываете. Где петушня? Давай. Только появись, дрянь. Натяну тебя на лицо. Просрал. А я удивился, как я просрался. Просто безумие.
как он у меня законтрил это, глянь. Можно сегодня полечиться? Она не делает нормальных ауешек. Ой, хорошо. Я не понимаю, но слишком быстро все происходит. Вполне себе приятный бонус. Ну, мне центральный уровень не нравится вообще, что-то прям. И эта фигня стала мало урон наносить. Ладно, наносим немножко урона. Да, она бьет, я хрен его знает. Если честно. Так, надо настоящую найти, ничего надо сделать. Если бы мне кто-нибудь сказал, было бы отлично. Вторая меня надамажила. Блин, какая вот эта хреновая штука. Прям очень неприятная. И он нихера атаку сильно не заряжает почему-то. А, нормально, ломаемся. Я до сих пор не нашел нужную, что ли, я не понимаю. Видимо, да. Да как ты достала, сучара? Прям очень херовую атаку постоянно делает. Другую дай, братишка. Не понимаю, почему не заряжает ни хера, сука. Вроде же все как надо делаю. Конечно, когда zero хп, давай телепортну тебя. Очень плохая расстановка получилась. Можно ли тут упасть? На самом деле не хотелось бы. Не помню, по-моему, наверх надо идти. Да. Тогда пытаемся превозмочь. Ну, кстати, нормально развалили, прям очень жестко даже. Если бы она по два не делала шара, было бы норм. А, они просто взрываются, типа. Правильно? Здесь только одна настоящая. Only one real bitch. Ну еще почему-то постоянно бестелесная становится, это так бесит. Просрала билку целую. Хочешь ей разрядить прям по лицу? Почему она бестелесная? Ну ё-моё, блин. Дерьмо случай. Давай делай тёртную херню большую, пожалуйста. Не делай вот эту залупу, я прошу тебя. Сама себя и победила, лошара. Давай сюда, осколочек. Сфера сингулярности. Уф. А уф. Жестко, блин, клевый босс, клевый босс. Опа. Сюда надо было или нет? И чё? Или я там не все сделал, что надо? А я теперь вот не уверен, все ли я там сделал. Так, нам дали новый скилл. Призвав очередной защитный клинок, вы получаете усиление, дающее 5% к шкале контрудара. Найс. Призвав, получаете усиление, дающее 10 к урону защитного клинка. Шкале контрудара.
И усиление, дающее 3 единицы щита на 2 секунды. Я не уверен, давайте попробуем это. Так, и что вот эта фигня дает? Сновидец Арианель давно сгинул, став жертвой первого крестового похода. Но если верить легендам, его дух сумел вселиться в чью-то несчастную душу. Уже не человек, но еще не божество, извращенное чудовище, которому вполне закономерно снятся самые жуткие кошмары. Сферу перед собой, медленно летящую сферу тьмы, которая пульсирует, наносит 5 единиц урона ближайшим врагам. Повторно в течение мгновенно телепортируясь. Это прикольно, кстати. Если сюда. После успешного контрудара на вашем клон спустя 3 выполняет контрудар. А знаете что? Я, наверное, попробую. Если сюда. Применив кровавый взрыв, вы следите клоу. Применив кровавый взрыв. Пока не действует кружение. Блин, жестко. При попадании в цель мгновенно телепортирует в свою точку. Сложно, но прикольно. Телепортируйтесь вперед, 25 единиц урона. Разберемся пока. А это что дает при нанесении урона полностью заряженной мощной атакой? Защитный круг. Блин, а тут тоже... Ну тут удар плечом, это вообще позорность какая-то. Я не знаю, стоит ли мне туда топать, потому что там, возможно, я что-то не сделал. Или хотя бы глянуть, что там теперь есть. Одним глазком. Это... Там фигня интересная нам рассказывается, а в скобках нет. Да, наверное, уже нет смысла туда идти, я думаю. Но там же что-то могло быть, в принципе, интересное. Мало ли. Давайте попробуем. Вы хотите сказать, я тут не был? Наверх, по-моему, нельзя. Если нам надо эту залу поломать. Вниз? Нет, тут сейчас приедет. Ну, приедет же. Слушайте, а реально периодически щит появляется какой-то. Вот, смотрите, появился. Пропал. What the fuck is this? Заряди ты атаку. Нам да не заряжает, он атаку заряжена. Короче, в жопу. Если вдруг что-то там нет, вы напишите, пожалуйста. Так, ну, правильно ли я понимаю? Я, конечно, могу сюда одним глазком глянуть, но, по-моему, это не оно. Не, ничего нового. Видно, самый древний — это самый главный. К этому тоже схожу. Кто кричит в чаще леса. Звучит волнительно. Но мы не волнуемся. Нет, ничего нового. Ладно, окей. Тогда идем в главный вход большой. Смотрим, что у нас есть там. И это я только одну механику разобрался, как работает контрудар. Там же еще и другие есть топовые механики. Сначала хочу вот сюда сходить, к этому мужику. Может, он что-то новое сможет нам рассказать. Пояснить за базар, так сказать. Не только перо зари опять может рассказать, жаль. Ну тогда попробуем зайти в финальную комнату. Если мы что-то не так сделали, то мы это, я думаю, поймем. Насыщенная серия получится. Вроде откроется. А уф. Вроде как финальный босс, типа. Оу, щит, мэн, что-то все ломается. Ого. Что у нас по бафам? Я забыл, что он делает сейчас. Так, стоит вокруг вас. Нет. После спешного на вашем месте появляется клон. Спустя 3 секунды выполняет контрудар, нанося урон в размере. Попробуем. Что, вы хотите сказать еще до хрена боссов? Ну, такое мне нравится деду. Я довольный. Так. Ты избрал путь кровавой бойни, да? Безумная месть ни к чему не приводит. Интересно, когда до тебя дойдет. Но даже если ты победишь в этой битве, ты вряд ли сумеешь сохранить свое естество. Ты что-то хочешь против сказать, братишка? Мне кажется, ты недостаточно удовлетворен моим поведением. Сейчас я тебя удовлетворю, ха-ха. Интересно, будет ли какой-нибудь New Game Plus? Я вот честно,
Блин, я могу, не купив игру, написать отзыв? Наверное, нет. Я бы прям даже купил, наверное. Давным-давно внутренняя часть континента была покрыта великим лесом. После первого крестового похода его бога заковали в цепи, а огромные деревья сожгли или вывезли, расчистив место для поселений, полей и дорог. Один из ученых отметил необычный цвет деревьев великого леса и решил спасти саженец от гибели. Символично, что этот саженец прижился в стенах цитадели, построенной в самом сердце бывшего великого леса. Он визуально не выглядел как так, что с ним можно взаимодействовать. Так, у нас все поломанное немножко. А, сюда нельзя. Не, не реально, прям по КД можно кастовать. Получается наверх. Просто все хочу обойти, чтобы ничего не упустить. Давайте уже босса раз на раз выйдем. Оп, секундочку, пропустил. Говорю, хочу не пропустить, пропустил. Журнал научных исследований. Докладывает объект 12. Последняя запись журнала научных исследований. Объект 33, 34, 35. Сообщили, что трое врат опечатаны согласно инструкции. Каналы энергии выполняют свои функции надлежащим образом, а опечатывающее заклятие работает, как и предполагалось. Объект 12 подтверждает, что боевой субъект 01 переведен в спящий режим для сохранения запасов энергии и что он охраняет закрепленные за ним врата. Объект 12 с прискорбием сообщает, что боевой субъект 02 по-прежнему находится за пределами стены, что вернуть его не удалось. Все остальные объекты прибыли к ступеням вознесения, как и приказано. Все смотрители ожидают дальнейших указаний, слава Творцу. Что за херня тут происходит? Шеф, прошу прощения за кряхтение и пердение. И эта дверь открывается. Хром вознесения. Так. Взаимодействовать особо не с чем. Ну, финальный, да? Давай. Принцепс Эксил. Опять шары, что за дела? Я думаю, это только начало. Что-то мне подсказывает, что тут сейчас все боссы будут, мать его. Так, это будет жестко. А ну сай, разрывай. Ну можно, меня застряли, меня застряли. По-моему, херня бонус, честно сказать. Да, надо, наверное, менять. Ну, блин, жестко. Жестко, надо менять. Так, подожди. Да подожди ты, я тебя за ногу, дрянь кудлатая. Сука, в бою нельзя менять, видимо. Придется выходить. Нормально так, пердак сгорел. Серьезно, профукала билку? Ой, сейчас столько можно было урона нанести. Даже не представляете. Не, давайте поменяем. Это смех. Ой, какое же ковынястое управление, конечно. Так, это я, наверное, меняю на это. Ну, это намного профитнее, в любом случае. Вот, это можно поменять на что? Перед собой летающее, которое пульсирует 5 единиц урона. Это мало. Осколок повторно в течение 3 секунд. Ну, вообще, вот это прикольная тема. Но рывок тоже же что-то может сделать хорошее. Поглощение. Как понять? Вот лунная статуя, посмотреть бы, что она дает. Давайте, ладно, сюда поставим вот эту. Мощная атака. Подождите, кровавый взрыв, да? У меня сейчас стоит ледяной шип. Давай попробуем лунную статую вообще посмотреть, что это такое. Потому что сколько раз я не делал. Ну это можно так нехило дамажить, кстати. Попробовать, по крайней мере. Плюс немножко больше мобильности будет. Мне кажется, надо билд основной немножко переделать. И пробовать делать идеальное уклонение, потому что это тоже охренительная механика. Так, пробуем сильные атаки.
Что это такое? Мое? Лунная статуя, что она делает, я не помню. Ну, только дежур он наносит. Слушайте, насколько хороша эта статуя? Я прям даже пока не знаю. Можно мансить нехило так. Вот это perfect dodge был. Я очень сильно обосрался. Сделал вид, что так и надо. Разряжается, что-то делает. Что такое? Можно сбить, мать вашу? Да, можно. Сбито, сосать. А чё не загорелось-то ничего? Так, подожди. Я хочу посмотреть, что мне дала эта фигня статуя. Чё она вообще дает? Лунная статуя... Усиливает вес статуи, пульсирует каждый, давая единицы щита на 203 секунды. Ну, врать не буду, по-моему, осколок поприятнее был. Огромный ледяной шип. Ну, фиг знает. Может, попробуем на рывки ее поставить пока что. Это прикольная фигня. Ну, хотя взрывы тоже мне нравились. Блин, или она нормально щита давала? Надо посмотреть, если она действительно очень много щита накидывала, то имеет смысл. Блин, интересно, сколько тысяч лет я на этом финальном боссе просижу? И если бы мы знали. Так можно и главного фигачить, окей. Ну да, слушай, даже ворота работают, офигеть. Может, мне тогда нет смысла с этими драться, а с этим драться только. Он тоже грязь делает. Пока проблема в том, что слишком много кнопок у меня есть, я их не успеваю прижимать вовремя. Достал. Нихера себе он шотнул меня. Даже кобилку всрал, бывает. Не, ну ледяной шип вполне себе приятная вроде фигня. Как там дабл дамэдж, пацаны, нормально? Профукано. Да ты чё как сука, дамажишь так много, мразь. Либо надо бонусы убирать, потому что что-то не пососненькие. Херенно, у тебя гад работает. У тебя про себя. Просто сверхразумный. Весь дамаг от огня получил.
Он затрал свое говно кидать, мразь. Как бы чуть-чуть на грани был. Не нравится босс. Босс дерьма. Вообще не нравится. Надо баф переделывать. Что-то мне тоже не до конца нравится то, что есть. Да, Perfect Dodge работает как надо. Просрал обилку. А, чё нет-то, блин. Иногда щит дается, но как-то не всегда работает. Что странно. Не могу их пробить, слушайте, но очень толстые. Блин, слишком много всего на экране. Не успеваю банально. Реально успевать всякое делать. На всякое говно еще не попадаться, стараться. Всеки этому ссаному шару, блин. Я хер его знает. Давайте на этом мы закончим. Я что-то подумаю с билдом. Пока что всех премного благодарю за просмотр. И всем всего хорошего, счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхёртс.